Русская золотая осень, заснеженные церквушки и деревни. Сегодня в мэрии Орла открылась выставка настоящего орловского художника. Иван Костомаров представил на выставке порядка 30 работ. Это мероприятие приурочено к событию, имеющему значение для всего сообщества российских живописцев. Иван Костомаров получил звание заслуженного художника России. Сам автор, хоть и гордится новым званием, принимает поздравления с присущей творческим людям скромностью. Не знаю, мне кто-то из друзей сказал, больше радуемся за тебя, чем ты сам радуешься. Ну, вообще-то, конечно, приятно. Первый мне поздравил, конечно, домашний. О нем коллеги говорят. Иван Костомаров, как никто, прославляет в своих работах природную красоту третьей литературной столицы. Он этот день заслужил. Это наш орловский скромный очень художник. Знаете ли, но его именно тоже можно сказать не скромных так работах. Знаете, вот чисто русских этих вот именно пейзажах именно кроется большая наша Россия. Как живописец, как мастер, он, конечно, прекрасен. Я его очень люблю. Я всегда его изо всех сил стараюсь уговаривать участвовать в выставках. Хотя человек очень скромный, старается работать именно от души, для души, человек, который живет для искусства. Рука мастера любима многим орловчанам. Трогательные пейзажи вызывают отклик даже в детских сердцах. Мне нравится тем, что она яркая, и мне нравится то, что на ней изображено в то же время тускло, но и в то же время яркое и весеннее лето. Герой сегодняшнего дня принимает поздравления от родных, близких и коллег. Безусловно, такая оценка – повод творить с еще большей самоотдачей, делая мир прекраснее. Алена Касаткина, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».